Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гога2210, и сегодня, ребят, я хочу вам показать все подарки, новогодние подарки, которые нам подарил Дед Мороз. Сегодня 31 декабря. Ну что ж, ребят, и давайте посмотрим. И первые подарки — это огромный киндер, киндер Макси. Да, ребят, он очень огромный, я пока не смотрел, что там, и, ребят, скоро мы будем делать распаковку этих подарок. Вот второй киндер. Это второй киндер, достается моему младшему брату. Вот. Это огромный киндер, и я был очень удивлен. А это, собственно, мой кошелек. Мне подарили кошелек. Это мой самый первый кошелек. И, ребят, смотрите. Там будет маленький сюрприз. Даже не маленький, а большой. Раскрываем этот кошелек, и там лежит 5000 рублей. Сейчас я вам их покажу. Вот они, настоящие 5000 рублей. Билет Банка России. Вот, классный кошелек, мне очень понравился. Так, ребят, это у нас подушка-пердушка. Если не верите, то я вам сейчас докажу, что это подушка-пердушка. Вот. Ему подарили эту подушку-пердушку моему брату. Он эту подушку-пердушку очень сильно хотел. Вот. А это, собственно, его футболка. Да, очень смешная футболка. Он даже похож на это футболке. Итак, ребят, и еще ему тоже подарили этот, как вот там, паспорт. Майнкрафтовский паспорт. Тоже очень прикольно выглядит. Правда, я не знаю, как он раскрываться. Блин, забыл, ребята, это не паспорт, это кошелек. Ребят, я не знаю, как он открывается, потом его откроем. Он очень классный. Мне очень понравился. И тут, собственно, все сладости, которые нам подарил Дед Мороз. Там у нас мюсли, несквик и все-все другое. Это, ну, запас, короче, нам на Новый год. Так, ребят, и тут еще есть M&M's, коробка M&M's, для моего брата тоже досталась. А это для меня киндер. Киндер — это для меня сладости. Вот, внутри там лежат шоколадки от киндера тоже. И это очень круто. Вот, лего для Савы, для моего брата младшего тоже. Вот, очень круто. Это для меня книга, подарили. Вот. У меня есть первая часть этой книги, а это мне подарили вторую часть. И это, собственно, мои зимние перчатки на Новый год. Типа, чтобы... Ну, короче, вышел на улицу, там очень холодно. И я одеваю эти перчатки. Ну что ж, давайте еще что-нибудь тут найдем. Ну, я не знаю, еще тут... Что-то еще тут больше ничего нет. Вот это, собственно, все наши подарки. И, ребят, скоро мы перейдем к распаковке этих подарок. Нам будет очень интересно, что там будет лежать.